День матери – это день самого дорогого, самого близкого для каждого человека. Этот праздник – дань глубокого уважения единственной, самой любимой женщине на земле – маме. Мама – это и профессия, и лучшая награда. Для самых дорогих и почитаемых анапчанок в городском театре подготовили праздничный концерт. Добрые слова поздравления женщинам-матерям произнес глава города Сергей Сергеев. Ребенок для матери, какой бы он ни был, он самый лучший, самый любимый, самый желанный. В этот праздничный день я хочу вам пожелать здоровья, пожелать успеха вашим детям, чтобы в ваших семьях был всегда достаток, был лад, чтобы вы имели только благодарных детей. С праздником! В фойе гортеатра выставили работы победителей и призеров конкурса «Мамина улыбка». Гран-при городского конкурса присудили ученицы школы номер 19 села Джигинка Анастасии Шаповаловой. На сцене Настя вручила своей маме ее портрет. С праздником поздравили Елену Моторину. Она воспитывает 12 приемных детей. Не забыли ей о матерях, чьи сыновья погибли на войне в Афганистане. Чествовали мам талантливых ребят в спорте и творчестве. Главным виновникам торжества посвятили много теплых и добрых слов, душещипательных стихов и песен, дарили подарки. Подарки, цветы, любовь и внимание. Для каждого мама особенная. Я люблю свою маму. Она у меня самая добрая, самая красивая, самая любимая. Моя мама очень добрая, веселая. Она очень помогает иногда мне во всем. Собрать образ мамы – это что? Это душа, это жизнь. Это все живые на земле. Это мама. Праздник День матери еще очень молод, но уже плотно вошел в нашу жизнь. Ведь именно в этот день мы признаемся в самых теплых чувствах самому главному человеку – маме.